Еще благоустройстве на этот раз, о завершении ремонтных работ на придомовой территории многоквартирного дома по адресу Артиллерийский переулок, дом 7 в Твери. В соответствии с муниципальной программой города формирования совместной городской среды до 2024 года на площади более 1230 квадратных метров заменили бордюр, восстановили щебеночные основания, асфальтобетонного покрытия, проезжей части и тротуаров. Мы начали с голосования жителей. Конечно, сделали заявку в администрацию. Нам как бы сказали так-то и так-то, нужно голосование, сбор, там фотографии. Ну, в общем, жители проголосовали, нам дали добро, мы прошли, и уже 20% от общей суммы мы уже платили, жителей собирали. Это было, по-моему, по 450 рублей. Теперь все видят, что красота у нас во дворе. В планах на следующий год, может быть, через год, нам нужна детская площадка. То у нас вообще-то в районе Заволжском очень много дворов, которые нужно ремонтировать. Ну и активные жители, они участвуют в программе поддержки местных инициатив. Таких у нас уже на следующий год 4 адреса. Мы надеемся, что они примут активное участие.